Там тоже было весело, в ту вселенную их даже не пустили мы. Но она пыталась сознанием скользнуть, нырнуть. Даже до прыжка, но контакт был такой. Она там испортила вот эту вот школу. Постаралась. У нее нет времени, но она вела около 1000 лет до того, чтобы вот к этому моменту они уже испорченные были. Чтобы они приняли ее как... и подготовили всю ту вселенную. К ее приходу и, ну, по сути, чтобы завоевывать не нужно было. И у нее был выбор либо туда ломануться, в ту вселенную, либо вот в нашу. В нашей она тоже немножко раньше подготавливала. Значит, да. Но у нас была Моргана, а там это... Вот там обломалась, а здесь вот с Морганой мы тоже проконтактировали. Она выбрала это... сюда. Они были примерно тоже делали, как я. Ну, принцип везде взаимодействия мужского и женского примерно с одинаково. Есть кун, есть настраивающие женщины, которые вселенную настраивают на кун, слушающие дыхание Бога, да. Посвященная женщина, школа. И вот там она испортилась, но они свои как бы души, навыки перегрузили в нее. Вот эти уже испорченные, уходя. Потому что иначе там, ну, зачистили бы. И они убежали с той вселенной. В рой. И вот она перенесла сюда, вот в эту вот. Выбрала нацию, и некоторые женщины там стали такими. Но это уже испорченная школа, испорченные навыки, но извращенные. А что было в той вселенной, интересно. И кристальчики классные. Ну, это не кристальчики, они росли кое-где, кое-в-чем, в ком, точнее. И это после выпарки они становились такими. Я же так и видела, что как синтетическое что-то, вот что-то химическое, как кораллы растут, ну, как кристаллы растут, знаешь, да, соль, вот в ропе. И в чем растут они, смотри, да, что за вот... вода там есть, откуда жидкость берут, в которой она осаждается, в кристалл. Даже не смотри, скорее вспоминай. Меня таким не поили, я сама в тебя слышала. Вспоминай ту вселенную. Откуда они? Там что-то было. Как плевок, не знаю что. Кто плевал, смотри. Плевок кого? Секреции, скажем так, выделение, железа. Кого? Там города были в куполах. Угу. А еще были флайеры какие-то. Что-то летало между куполами. Угу. И люди были практически такие, как тут. Угу. Ну, такие, да.
пятиэтажные раковины были не такие. Давай, к сути, это производилось на всех планетах той Вселенной? Нет. На скольки? Одна, которая действовала, и три, которые уже были исчерпаны. Одна. Смотри, климат на этой планете. Сухой. Ты читала Фрэнка Херберта? Нет. Верю. Смотри, насколько сухой. Совсем сухой. Да. Земля потрескана. Кто мог жить на в таком совсем сухом климате? Я не знаю, что кто-то жил там. Там было очень жарко. Да. Земля как пыль. Угу. Под землей что-то жило. Угу. Что ты смеешься? Да, нахлынуло кое-что. Нахлынуло. Расскажи, что? Ты рассказывай. Я могу дофантазировать, я читал эту книжку. Не знаю, большое похоже на поезд метро. Да. Угу. И плевалась. Да. Только очень густая слюна была. Угу. Совсем такая, как каучук, сок такой. Противная, да. Как вот та смола, с которой или из чего там каучук делается. Жидкость, угу. Сок какой-то. Вот. Угу. Нужно подождать было дня три, чтобы пока она окончательно испарится, чтобы есть это. Потому что иначе болевать. А вот смотри. Что происходило? Да, как саму суть нужно было оставить без этой жидкости, без влаги. Да. И как из ропы росли кристаллы. Вот если соленая вода, что-то положить туда, да, как монетку, и вокруг нее кристаллы растут. Да. Так и там. Куда-то наливали и просто ставили на поверхности, на горячую очень. И оно испарялось, и в центре на чем-то росли кристаллы. Угу. И что дальше с ними делали? Кроме того, что видение, это наркотик, это удовольствие. Угу. Это как айаваска. Да. Только еще смотри, чуть иначе. Смотри, в состоянии сознания. Женщина. Человек не теряется. Вот он может и там находиться. Да. При айаваске именно туда уходишь. Тут тело без такое не в сознании. А с тем можно и там, и там. Три пространства вариантов. Раздвигаются. Работает, да. Раздвигается пространство. Можно тасовать варианты, выбирать то, что нужно. Угу. Откуда это я это знаю? Угу. Смотри, женщина принимает. Что с ним происходит? Оргазм? То, о чем? Ну, помимо этого. Ну, что-то похожее. Вот я же по ощущениям просто считываю. Я не вижу секса. Они принимают кристаллы, что происходит. И было такое, что принимали именно вот не испарившуюся воду, не трансформированную, не кристаллизованную. Когда они принимают, у них происходит выход сознания вверх, поэтому я и сказала оргазм. Да, Хорошо, да, вот все. Блаженство какое-то, наслаждение, да, связь. Да, единение. Я просто не так немножко назвала, а ты сразу то, о чем. Вот смотри, а сколько принимала кристаллы и сколько принимала вот необработанную, вот прям плевок вот в таком виде. Вот плевок принимали те люди, которые попроще.
по-другому как-то. Проще. Ну-ка смотри, сколько Мужчины, женщины. человек принимало, могло принять именно секрецию, а сколько в процентах, а сколько вот кристаллов? Секретные некоторые как посвященные, другие, но такое как мужчины. Женщины не могли, наверное, это принять крепкое. Давай без «наверное». Смотри. Не вижу женщины, вижу кристаллы кушают. Так. Под язык берут. Тоже, да, или нет? Мужчины тоже, да. Так, замечательно. Секрецию кто? Некоторые совсем маленький процент. Да. От тех, почему? Которые принимали, как те, которые имели какой-то сан, посвящение, что-то. Угу. А те, кто не имеют, если вот смотри, попробуют ложечку. У него оно не перерабатывается. И? Что-то происходит. Дальше что? Или смерть, или мутация. Смерть. Ну, мутация мозга и сумасшествие смерти. Совсем какой-то маленький процент мне, они почему-то идут как дервиши, не знаю. Из тех, кто принимает, ну, скажем так, духовники, из тех, кто принимает непереработанную, смотри, сколько мужчин, сколько женщин. В основном мужчины. Женщины некоторые совсем мало, там как единицы, 1-2. В основном мужчины. Откуда у тебя такая информация? Так, сколько мужчин приняло? Всего 14, совсем маленькое количество. Она горькая и очень-очень терпкая. Не знаю, всего несколько. Это могли в одном поколении одна. Да. Перед ней еще. Вот да. В таком плане это было. Да, да. Она язык очень вяжет. Это настолько терпко и горько, как невозможно даже сказать. Вот все, скулы сводит. Да. И как вот, знаешь, как хурма, она вяжущая, но это очень вяжущая, полностью все. Вот. Психоактивная, да, и как... Как судорога, смотри. Как судорога, язык сводит полностью. Что дальше должно, нужно сделать с этим, чтобы не убило? Идет слово нейтрализовать, понизить. Да. Своей волей изменить химформулу, подавить. Смотри, как это происходит. Как держать себя вот так вот в руках, когда тебя выносит, тебе нужно держаться за что-то. Вот главное не тот момент, когда вот так трясет всего человека. Его очень начинает трусить, вот просто вот как конвульсии. И нужно держаться там какие-то, как перчатки такие, всовываешь туда руки, чтобы себя не расцарапать, и они застегиваются в манжеты. Вот так держишься, чтобы не отпустить от чего-то, и просто держишься. И вот спинка должна быть, тело очень выгибается, вот полностью выгибается, чтобы голова, чтобы шею себе не сломать. Когда принимаю, сколько дней это длится? Подсказал. Это долго длится. Это долго длится. 6-7 суток, пока полностью все отпустит. Это надолго уходишь. А потом еще отходишь несколько месяцев, да? Да. Вот пока не отойдешь, это можно делать нечасто. Не то слово. Но они были очень почитаемы, эти женщины. Да и мужчины, но женщины вообще единицы, потому что это выдержать было очень сложно. Женщина, которая имела такую силу воли, чтобы держаться там и не улететь никуда, чтобы возвратиться. Связь нужно держать, нитку нужно постоянно держать. Такое впечатление, как канат какой-то серебряный, ты сознанием удерживаешь там и тут удерживаешь. Да. Это выбрасывает.
Нужно было, когда летаешь, грубо говоря, одной рукой постоянно за канат держаться за этот и держаться, чтобы не выше. Постоянно было желание уйти выше, как стравливаешь канат, выше, выше, выше поднимаешься. Нужно было держаться, чтобы удержаться на какой-то грани. А туда очень затягивало за эту грань. Это было как, знаешь, блин, как поцелуй смерти, вот туда, чтобы не залететь. Иначе может раствориться в чем женское создание? В Боге. Угу. Поэтому женщины не могут кое-куда заглянуть. А кое-кто поэтому, может. Поэтому очень мало может. Поэтому я и сказал, кто пришел. Кто пришел? В книге это называется Квизат Хедерах. А кто это такой? Тот, кто может заглянуть в Бога. Это мужчина какой-то? Тот, который сам является коном. То, куда она не смогла заглянуть когда-то, чье сознание было в этой. Я не знаю, о чем ты говоришь. Вот это слепая. Какая? На земле. А, вот эта баба, которая. Откуда она все видит? Она приняла сознание и до сих пор вот эти состояния. На адренохроме она накладывает на адренохром похожие вот той жидкости. Накладывает и получает энергетику той жидкости. И получает некое посвящение, возможность видеть. Но это извращенное уже. Они как из людей вот эту секрецию вытягивают, той секреции, которая была там. Ну посмотри, откуда та секреция. Я не знаю, большой как вагон метро, только живой какой-то, панцирник какой-то. Это такой червь, да, скажем так. Что-то под землей жило. Да, под землей. Не знаю, чем питалось, но под землей. Да, такие, эти пластины классные такие. Такой броненосец вообще. Он добрый на самом деле. Его все боялись. Вот откуда я это все знаю? Хороший вопрос. Откуда я это сейчас вижу? Но не важно. Нифига себе не важно, я даже помню, как рукой нужно держаться. Почему это все я знаю? Откуда, Илья? Угу. И вот, смотри, я ей сказал, кто пришел, а она помнит. И упала сразу. Потому что я ей такое уже говорил. Когда? Посмотри. Посмотри. Именно ей или такой, как этому она? Этому сознанию. Ей. Именно этой женщине? Вот одной женщине, чье сознание вот в той старухе было на земле. Вот это вот. Смотрящий, видящий. Перекочевала. Это когда ты с ней встретился? Смотри. Вот женщина не может заглянуть туда. Кое-кто может. И я ей сказал, кто это. Сейчас я соберусь и посмотрю. Тебя колбасит немножко. Меня прет. Я бы не сказала, что немножко. Меня конкретно колбасит, Илья. Вспоминай. Мне страшно, откуда я это знаю. Ты вспоминай. Нет, Илья, это уже точно я не могла быть. А вот выстраивается линия битв.
Я, Сталин, Алекс, командующий внешним периметром обороны на дирижаблике. До этого вот этот. Император. Но это потом и ушел. Ненадолго. До этого там, как всегда, была революция. А до этого просто оборона, наземная битва была. И вот Володя Савин там участвовал. И вот она выкинула всех. И туда я просто как, ну, рядовой случайно успел. Император как раз был на стороне этих сучек извращенных. Да, он как, это было как вот обмен, предательство, вот. Чтобы она там не разрушила, он этих отдал ей, ну вот такое, вот я что-то видел. Они сами обижают. Ну, я не совсем поняла, я вижу, что какой-то обмен. Да. Что-то там мах на мах произошло. Она туда сунулась, вот сознание начало их извращать, потом поняла, что не получилось, вселенная закрыта, там уже перекодировка, оцифровка всех сознаний вселенной, и она бы там просто не прижилась. Вселенная была закрыта, как резиновая для нее. И эти сознания ломанулись. Там реально, ну, немного. Чуть больше десятка таких сучек. Бене Гессериток. Извращенных слушательниц. Вот они, и они начали все перестраивать. Они стали частью роя здесь. Только вместо вот этой вот секреции, необработанной воды червя, они начали принимать другую секрецию. Все извращенное. И мы сейчас живем в информационной среде роя. Рой не дает ничего, что... Кроме той информации, которая есть в рое. Мы полностью в информационном пространстве врага. Ни одного рассказа фантастического нет, не из роя, скажем так. Все документалка. От Д'Артаньяна до Дюны. Хорошо, меня чего колбасит-то? Вспоминай. Вспоминай. Воды много там было? Нет, не было там воды много. Там вообще воды практически не было. Там климат был примерно 56-65 градусов по-нашему. Да. На поверхности, поэтому там были как купола какие-то. Угу. Воду синтезировали, были насаждения, как зеленые специальные. Но это там под куполом только были. Они как суккуленты какие-то, они себе влагу пум-пум-пум как-то аккумулировали, и тогда можно было брать, это было как техническая вода. Пить ее невозможно было, но для каких-то нужд можно было. Какое-то время из них же вытягивали, их поливали и брали на потребу тех, ну, на потребности тех. Но эту воду нельзя было пить, растения такие большие какие-то. Угу. Как суккуленты у нас листья такие мясистые. Угу. Что такое суккулент? Ну ладно. Это как кактусы по типу. Ну, да, хорошо. Разные формы они бывают. Да. Угу. Какие там были компьютеры, посмотри. Вспоминай. А
они были похожи на не квантовые, но квантовые алмазные, не на кристаллах, а на алмазах. И дисплей, если взять, он как выдвигался вот так, и не так, как тот жидкокристаллический, а вот такая пластинка была, как алмазная, с мелким-мелким напылением, как внутри, сверху он был ну, вот такой гладкий, вот если там, где мы смотрели, а вот из середины, там, где люди смотрели, те, которые там жили. А вот из середины каких-то много-много насечек, по этим насечкам как-то проходил свет вот туда и бралось изображение. Я не понимаю, как это именно. Это изображение, вот, либо этот компьютер, либо телевизор ты смотришь? Нет, не телевизор, это какие-то для связи были такие, как мониторы устанавливались там. Они как-то вот так раз и выезжали, по, да, как, да, так вух, и а опускались вот так. На компьютер. Это телевизоры, условно. Это вот простые калькуляторы. А вот что-то вроде сознания искусственного интеллекта квантового. Есть? Было там? Да, было. Что там? Это нельзя назвать кристаллом, потому что это форма какого-то сложного. Наверное, кристалл, только он круглый был. В принципе, как это? Вот или вообще какую-то ерунду. Вот такое круглое, сверху такое плоское. Через это круглое шла энергия вверх, на этом плоском и шло изображение, и выводилась картинка. Как выводилось, оно... чем? Смотри. Нет, не вижу. Я и тогда, наверное, не понимала нифига в этой механике. Такая круглая. Вот как... именно механика. Там не было компов. Все механика. Через мозги, через природные варианты света и всего. Вот это типа такой кристалл, но опять же себя подключаешь, он просто помогает обсчитывать. А руки просто ложишь на него, да. И на этом дисплее видишь все, да, все. Поняла. Там компов не было, запрещены. Там было вот кристалл такой большой, и он ограненный как-то, а сверху вот под... над ним вот такой вот просто как, ну, не знаю, стекло, что-то вот. И просто вот так, от тебя, да, вот, информация. Да, вот руки ложишь и получаешь туда информацию, и все. Это типа обсчитывательный кристалл, ты даешь сам информацию, а он просто обсчитывает, пересчитывает на... Ты там как бы сам подсоединяешься. Ну, таких как вот у нас, допустим, эти квантовые, таких там не вижу, только это там не вижу. Ты делал, да. И там вот умный человек, ментат смотрит, вот держит вот так и просчитывает варианты. Все, а потом выдает сразу. Держит до 10 тысяч человек, один ментат может держать. Ну там примерно, неважно. Оружие вспоминай. Оружие волновое там однозначно было. Угу. Только оно шло такими вот толстой вот такой. Угу. Может, лазер. Ну вот световой вот такой. Больше не волны, больше световой почему-то. Смотри. И обычные ножи были. Обычные ли? Смотри. Нет, не совсем обычные, но были ножи. Колющие предметы есть, были. Да, да. Вот если ты вспомнишь, это будет шедеврально, и я не поверю, что ты не читала эту книжку. Вспоминай. Значит, не буду вспоминать, потому что ты мне верить не будешь. Вспоминай. И так не верю. Слишком много совпадений. Илья, я тебе клянусь, я не читала. Мона, вспоминай, я знаю. Но он же не может быть как язык. Дальше, дальше, смотри. Вот такой? Да нет, но это мы у мушкетеров видели, только что не может там такое же быть. Только что это мы видели фламберг. Да. Не у мушкетеров, а у гусар почти. Ну, у кого-то там, да. Да, у моей батареи.
Это посвящение на борту моего флагмана было. Ритуал. Такое маленькое, вот в руке держишь, да. И там оно просто выдвигается и прячется. Это одно, а теперь смотри, что выдвигается. Вот материал, из которого сделан. Да, это не материал, это как вот такой вот, не знаю, световой клинок какой-то, или как он назывался, не знаю, вот берешь ним и все. Это ладно, еще вспоминай, еще какие были кинжалы. Были. Колющее что-то было однозначно. Да. Вспоминай. Не знаю, или я вот так изогнутый. Да, почему изогнутый там? Вот не знаю. Да я знаю, что вот изогнутое вот так было. Да, почему изогнутый там? Материал. А было как коготь. Ну, вот форма вот так. Угу. Я вот это честно не помню. Если я сейчас начну просто выдумывать, это не будет глупо. Ты уже убегаешь. Вот. Прими в себя это. Нет. Прими. Напоминает очередное, что за ёб твою мать. Коих было уже. Около 3 точно. Меня тоже колбасит. Потому что это перебор. Я вижу только формы изогнутые. Да. И оно что-то белое, как панцирное. Это даже не металл. Да. Серьезно? Да, белое. Очень прочный. Смотри откуда. Ну, у меня сейчас только догадки. Зуб или что-то. Чей? Какое-то животное там было. Ну, логично, раз зуб, то животное. Я его вижу примерно. С 2 хвостами. Нафига такое животное? Это что-то не то. Ты другое животное видел. Именно этот зуб и смотри, чей. Ты начал вспоминать тех животных. Да не знаю, или я тигра какого-то дебильного вижу. Размер? Тигра? Зуба. Ну, зуба, да, там около 15 сантиметров, да. Вот так где-то. Ну, да, вот. Да. Плюс рукоятка. А зачем его-то, когда, ну, там, металл есть, ножи обычно. Световые резаки маленькие. Не знаю, какая-то акула. Акула. А почему тебе акула вспомнилась? Ну-ка, смотри, свойства акулы какие. Акула на пустынной планете, смотри. У акулы зубы отрастают. Да, их много. Их много. Какая-то, блин, круглая штука вот такая, как зубатка, вокруг нее зубы. Не знаю, что это. Да-да-да. Там даже женщины ее видели. Не знаю, о чем речь. Ну, по крайней мере, по рассказам. Женщины-то сидели там. Где надо. Но, по крайней мере, вот изображение-то. Вспомнить-то ты вряд ли, но вот по описаниям, по рассказам, по фоткам. По каким фоткам? Там какие-то должны быть изображения, рассказы. Хотя, в принципе, да, ты могла и не видеть это в реале. Я вообще воспринимаю как круглую подушку посередке разрезанной, кучу зубов вот так вокруг. Ну, что это?
Вспоминаю. И вот. А что за подушка? Где эта подушка? Ну, это не подушка, оно живое, только оно круглое. Ага. И со всех сторон зубы, вот так по кругу. Вот только тот там самый вагон под землей живущий. Это его зубы. Угу. А я морду проекции переднюю вижу, да. Вот. Да. Он довольно большой. Такой где-то зуб, да. Да, это у маленького. Пока они плоские. А зачем там такие? Они круглые и большие. А зачем такие ножи? Посмотри, ответь мне. Не заживали раны? Смотри, не фантазируй. Ну, не знаю. Прости, все. А то я как ребенок и маленький уже себя веду. Все, я успокоилась, собралась. Прости, меня немножко поколбасило. Мне тоже. Это как у детей передние зубы, они такие плоские, вот все пока молочные, а потом растут круглые. Да. Так и у этого зверя, она другой формы, он плоский, как для ножа годится, вот да. Только вот так изогнутый, вот так вот такой формы и заканчивается вот. Да. Я сразу и говорила, как я так, ну. Да, почему не металл, смотри. Ты видела там, когда воины типа дрались? Понятно, что технические вопросы это не к тебе, но вспоминай. Я не видела, не помню там металл. Драку видела? Воина. Да. Вспоминай, как дрались. Такими, как кортиками этими световыми. Почему? Почему? У них там... У них там металл очень дорогой был. Ну там что-то летало, а еще. Смотри, как дрались. Как вы драки? Поединки, скажем так. Это не драка. Очень жестокие. Угу, еще. Помимо эмоций, попробуй техническую часть посмотреть. Или внешний состав. Там нужно было какой-то один особенный удар или по горлу, или по сердцу. Вот это вот я не могу понять, вот куда. Да, зацепить. Но неважно. Так, да, почему? Почему? Одним ударом все и заканчивалось. Перерезывали все полностью. Как выглядит это все, смотри. Вот удар, чух, и все, и разрезали полностью. Как зацепили этим когтем. Почему тогда? А вот что за что зацепили? Как-то защищались, может? Я почему-то вижу высокие воротники какие-то. Так, а что это за воротники? Они вот так шли вокруг шеи, и вот тут высоко было, и вот тут, а тут по уровню шеи. Почему-то вижу такие воротники. А еще? Те, которые повыше звания, у тех были побольше воротники, прям вот так они были. Но это уже шло как типа мода, не мода, что-то такое. Смотри, вот именно драка. Вот не могу вспомнить ни одной драки. Ну, это не женская, скажем так, но... Они его так горло, его так вырывали все. Прорезали, но это такое. Не вижу, Илья, в сердце, да, сердце как вот здесь где-то. Так как и у человека, походу, вот же. Там полностью физиология такая же. Да. Силовые поля. Силовые поля несовместимы с металлом. Оружие должно быть не металлическим. Поэтому пробить можно определенными условиями, определенном состоянии и очень быстро. Поэтому один удар и все. Как и генераторы почему-то не на поясе, а вот именно на шее. Да. Сначала его нужно пробить.
А, это генератор, это не защита, а генератор на шее. Ну что-то на шее В общем, носили. это тоже через мозги, через ментал, да? Ну вот дороги не помню. Ну, Вот эти. не твое это, да. Вспоминай, что помнишь. Что я там делал? Я Не там не был. старайся. Кем ты там была и чем ты там была? Я-то смутно припоминаю. Ничего новенького. Заброска, освоение. Вот тех кристалликов я бы сейчас принял. Да, даже эту водичку, эту бяку, блевотину эту. Бля. Ну, не-не-не, это перебор. Там прям... иголки на мозге, иголки пошли. Если хочешь найти Бога, и не такую блевотину выпьешь. Если нужно туда подняться. И женщины для того и пили, но у них же была работа такая, я так понимаю. Или сан у них был такой. Ну, кем-то они же были там. Соединяющие, да. Одна на всю вселенную. Ну, не одна, но там. Но Бени Гессерит, они просто на этом. Они просто на кристаллах, да. Да. А это одна была. Из ее поколения одна. Когда та уходила, другая становилась. Да, да. Переходило сознание. Вот почему они могли кочевать сознанием из одной в другую. Вот почему эти сучки помнят. Я пришел и сказал, что я пришел. И вот она и сдохла, тварь. Все. Больше они видеть не будут. Потому что на все сознания такая информация да. пошла. Да. Все, 81 сдохла. Я это вижу просто. Смотри сама. Сейчас 14.81 всего во все время. Потенциальные и прочее. Видящих имен. Не важно. Это самая старая коза. Вот душа прям. А душа что там носитель? Там сознания не было. Только они ослеплялись, там сознание перекочевывало. Тех, которые вот там были, они здесь блуждали и занимали эти тела. Те, кого мы прогнали из той вселенной. Вспоминай, ты тоже их шугала немножко. Так это не по-детски. На своем уровне. Блин, какой я вредная была. Чем меня носило-то всюду? Не, ну тогда-то там тебя и со мной носило. Куда ошибись тебе? Да хоть куда. А-а-а. Хоть куда. Не, я понимаю, что это твоя заветная мечта, но не так быстро. Не отвлекайся. Вспоминай. Пока ты не прочитала и не посмотрела фильм. Я не прочитала. А кого читать-то? Неважно. Чуть отдохнем и продолжим.